Всем привет из Марбеи. Кто хочет знать, сколько стоит снять вот такой лежачок, вот я вам показываю по секрету. Видите, да, 5 евро. Никому не говорите такой секрет, чтобы никто об этом не узнал. Я вам так шепотом скажу, что это стоит всего-навсего 5 евро. Ладно, короче, это не говорит о том, что вот этот пляж именно его, но говорит о том, что если вы, конечно, здесь хотите тормознуться и упасть вот на этот лежачок, то вам придется заплатить 5. А если вы не хотите платить, тогда берете полотенчик и ложитесь вон там, как вот видите, впереди лежат люди, никому ничего не платят, а просто на своем полотенчике на песочке лежат. В этом нет ничего противозаконного, все это легально, и все это выходит в 0 евро.